Закон о параллельном импорте является важным документом, который позволяет не только улучшить состояние экономики, но и решить вопросы по поставке необходимых комплектующих и тех товаров, производители которых, вопреки здравому смыслу и, как правило, под давлением собственных правительств, вынуждены были уйти с российского рынка. Некоторые эксперты сходятся во мнении, что поставки таких товаров третьими странами приведут к усилению конкуренции, а значит, к уменьшению цены на некоторые группы товаров. Особенно поражает ситуация с продажей автомобилей в России, обслуживанием иностранной техники и покупкой запчастей к ней. Стоимость автомобиля совершенно безосновательно была значительно повышена. Некоторые запасные части подорожали на 30, 40 и даже 100%. И уж совершенно несуразно выглядит повышение цен на сами работы, которые осуществляют центры технического обслуживания. Повышение конкуренции может привести к значительному понижению цен, например, в этом сегменте. Второе важное следствие принятия этого закона – поставка в России запасных частей, инструментов, необходимых для обслуживания, ранее завезенной в нашу страну импортной техники. Принятый закон о параллельном импорте позволяет не только быстро удовлетворить потребность в таких запасных частях и инструментах, но и выстроить новую логистику, а также будет способствовать увеличению производства аналогов как внутри страны, так и в дружественных для России странах. Таким образом, уход с рынка иностранных компаний будет болезненным. Прежде всего для них, а не для российской экономики.